Трио, которое будет выступать на нашей сцене сегодня, я надеюсь, всем известно. Нам-то оно известно уже достаточно давно. Последний раз они выступали здесь летом. Вот сейчас вернулись, говорят, что программа, с которой они возвращаются, называется «Вот и лето прошло». На самом деле у трио намечено на этой неделе, в этот уикенд, как говорится, два концерта. Сегодня у нас, завтра в Союзе композиторов. Но, опять-таки, как сказали участники трио, программа будет кардинально различаться. Если в Союзе композиторов будет более мейнстримовая программа, такая более очевидная, то у нас будут какие-то неожиданности и сюрпризы. Опять-таки, сегодня будет показано несколько новых номеров. То есть такая это будет абсолютная премьера. Ну и старые номера, которые исполняются, поскольку музыка хоть и нотированная, но местами импровизированная. Поэтому и старые вещи будут звучать по-новому тоже. Вот, собственно, и все, что надо было сказать. Поэтому встречайте. Сегодня у нас Вячеслав Гайворонский – труба, Владимир Волков – контрабас и Андрей Кондаков – фортепиано и ударные, судя по всему. Ударные перкуссии. Санкт-Петербург. Добрый вечер. Нам всегда приятно здесь выступать. Как-то нам здесь очень тепло, уютно. Несмотря на то, что погода нас не балует, ну что делать? Будем согреваться в неожиданных контактах мы между собой и между вами. Спасибо, да здравствует дом. Нам всегда уютно, и я надеюсь, и в звуках мы найдем это общее удивительное состояние. Итак, что-то мы сейчас придумаем.